Напомнить об осторожности и рассказать о мерах противопожарной безопасности. С этой целью в Химках сотрудники Госпожнадзора, спасатели Химспаса и представители администрации вышли на улицы города, чтобы раздать листовки с информацией, как избежать несчастных случаев при обращении с огнем и электроприборами. Напоминаем вам о соблюдении правил пожарной безопасности. В случае аварийной ситуации звоните 112. Электрооборудование не перегружается. Спасибо. Участники рейда навестили и жителей многоквартирных домов. Людям рассказали о правилах использования электроприборов, напомнили о поведении при чрезвычайных ситуациях. По словам специалистов пожарного надзора, наиболее частые причины возникновения пожаров в быту – неправильная эксплуатация электрических приборов и детские шалости с огнем. Одно из направлений деятельности Государственного пожарного надзора – это профилактические мероприятия по недопущению пожаров и гибели на них людей. Проводим профилактику в смысле встреч с населением, бесед с жителями, ответы на их вопросы, на противопожарную тематику. Подобные профилактические рейды проходят еженедельно. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.